На прилавках забайкальских магазинов очень много товаров иностранного производства, поэтому когда на рынке появляются продукты и изделия родом из России, это всегда привлекает внимание. Любой клинок – это сталь, прежде всего. Поэтому многие смотрят на вид ножа и думают, что это простенький, как обычно в магазинах продаются, к сожалению, очень много Китая и всего остального, что рынок напичкан всяким, как говорится, ширпотребом. У нас все от производителя. Сталь 40Х13, медицинская сталь холодного проката. Это единственный в стране завод, который выпускает ножи с такой стали. А такое можно продавать? Да, конечно. Каждый нож имеет сертификат, название клинка, размеры клинка. На ношение разрешения не надо. Можно перевозить его даже транспортными средствами. Они все идут с документами. Особое место занимают изделия из города Рассказово. Знаменитые пояса, носки, даже наколенники из собачьей шерсти. По признанию продавцов, они спасут вас от артрита и станут отличными напарниками на зимней рыбалке и охоте. Дальше по рядам торговых палаток нас ведет запах специй. Что значит ручной сбор, Зира? Ручной сбор, то есть убирать его вручную. Он растет в горах, и ну, куда, как известно, в кабань машина не зайдет. Люди убирают это все вручную. То есть отправляют на завод, там это все обрабатывают, пропаривают, ну, высушивают, чтобы они не потеряли свои свойства. И таким образом вот настоящий зиро. А как к нам эти специи доехали? К вам эти специи отправлялись со самолета. Все в термоупаковках, все опечатано и перевозилось со самолета в течение суток. У нас чай с Цейлона. Мы работаем с прямыми поставками с заводом-изготовителем. У нас весь чай сертифицирован. Какой уникальный чай у вас есть? Вот у нас есть таежный сбор. Чай таежный сбор. Уникальность его в том, что этот цветок нужно сорвать вовремя. Если не вовремя соберешь, это будет уже не таежный сбор. Клинки из стали завода «Труд», изделия из шерсти, сумки самых разных форм и размеров, специи на любой вкус и огромный выбор чая. Все товары реализуются в рамках ярмарки, и их качество можно оценить на месте. Ценовая политика также приятна и притягательна, как душистая куркума. Вячеслав Бортнинский, Анатолий Мишаков, ЗапТВ.